Переходим к другому слайду. Будем говорить также о вторичном рынке. Но уже три класса у нас попали в выборку. Эконом, комфорт, бизнес-класс. Вверху мы вот здесь можем прочитать, что средняя стоимость на конец марта – это $1499, снижение на 0,13%. Также можете посмотреть в разрезе административных районов в абсолютных цифрах, что происходило по каждому административному району, так и в процентном соотношении за месяц, где и как подешевела недвижимость данных классов. Внизу карта для того, чтобы вы ориентировались на сводные данные.